тут смысл прохождения такой. Подъезжаем на задний двор. Ставим автомобиль на выхлоп. Да. С Богом. Заходим вот в эту калиточку. По балде прямо. Уходим. Что ты делаешь? Ты что, уже взорвал эти машины? Ну конечно, сейчас взорвутся, я думаю. Надо дергать Сальери. Странная коньки. Ты не целуетесь. Я ж вроде поколбасил. Дергаем. Томми довольный ехал назад в Сальери. Ведь он уничтожил все автомобили и скрылся от гангстеров. Еще и охранника завалил, но не тут-то было. Тут у нас погоня образовалась. Гнать надо, что есть мочи. Вот суки, а. Загоняем автомобильчик к Ральфи. Тебе, Ральфи, работа. Блять, куда это мы приехали? На Пешкарусе до Сальери. Биту сдавать или у меня пускай останется. А, Поли. Как хочешь, понятно. Мы вернулись, босс. Чудесно, садитесь. Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись.
Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо. Зеленый Bolt Ice Order в гараже. Выдали тачку Томми. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Привет, привет. Че, на дело идем? За оружием. А, пацаны, как дела у вас? Закурить не будет? Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Давай быстрее, старый Мерин, шевелись. Ну и че это за... Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Ну и че это за пукалка-то? У меня нет времени, нужно кое-что сделать. Время. Прятать оружие. Дали первый ствол. И скажу я вам, не супер. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. А, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. 50 миль в час. Посмотрим. Вот это карета. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет. Открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Рак. Прячем ствол. Открываем. Готово. Садитесь, пацаны. Куда поедем? Собирать дань. Отлично. Поедем не спеша, пацаны, по правилам.
Осторожнее, куда прёте? Мафия едет. Бабки собирать. Давай запаркуемся на тротуаре. Все отдадут как надо, я думаю. Все нормально, бабки у нас. А ментов везде просто полно. Нет, эти автомобили определенно не для быстрой езды. Для вальяжного передвижения. Что тут? Его мы. Все нормально. Соберите дань в отеле за городом. Разогнать эту колымагу до Талова. Сколько она пойдет по трассе, скажем так. 52. Играем в шашечки. Вот мы и приехали. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Поджигай сразу ее, Томми, и все. Чисто.
сука. Ублюдки. Том, меня подстрелили. Больно. Боже мой, больно. Передай Сальери, что теперь это наше место. Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Не хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Непыльная работа, мать ее. Собачка, ты не кусаешься? Или завалить тебя на всякий пожар? Патронов больше нету. Где-то, блядь. Где у него ствол, блядь?
хрена. Ничего не нашел. Чтобы нал поднять немерено. Вставай, сэр, закончено. Здорово, они тебя обработали. Пойдем. О, господи! Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся, говнюк, я нашпигую тебя свинцом. Давай, только попробуй. Ты не пройдешь мимо меня. Спокойно, братан, только не дергайся. Все в порядке. Уходи, нет проблем. Только попробуй. Нет, у него наши бабки. Лови его. Ну это отлично. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия и не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать.
Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышан. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь, человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Мне очень жаль, сэр. Я не... Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр... Ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. Собаку мне было жалко, а долго убивать. Этих нет, конечно.